Сборная Министерства обороны достойно выступила в третьих международных военно-спортивных играх между подразделениями дружественных армий государств, участников СНГ, проведенных в период с 4 по 10 июля этого года в городе Алматы, Республики Казахстан. С призерами общалась моя коллега Лола Ракаева. Достойные наград. Они были практически в каждом из пяти видов военно-спортивного многоборья, в котором приняли участие более 250 спортсменов из 7 стран ближнего зарубежья. 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место у сборной Министерства обороны Узбекистана по итогам третьих военно-спортивных игр вооруженных сил государств-участников стран СНГ. Отличный результат и первое место у младшего сержанта Бекзода Ташпулатова. Он вырвал победу у соперников и сам вырвался вперед в состязании военно кросс. Его результат 10 минут 47 секунд. Весомый результат у обладателя весовых категорий до 68-95 килограммов. В состязании по поднятию гири на третье место поднялись два наших тяжелоатлета. В общекомандном зачете по стрельбе у нас первое место. Такой результат сложили, уложив мишени в индивидуальном первенстве состязания «Стрельба из штатного оружия». Военнослужащая Мария Мухиддинова, у нее третье место в стрельбе из пистолета Макарова, и младший сержант Яна Фатхи, стрелявшая из автомата Калашникова, у нее первое место. Третье место в стрельбе из автомата Калашникова занял майор Даниил Джуманов. Армейцы-рукопашники порадовали исключительно призовыми местами. В общекомандном зачете у нашей сборной второе место. 3 первых, 3 вторых и 2 третьих места в рукопашном бою. Вот уж действительно настоящие военные полваны. Тут так и чередуются. Второе место у рядового Атабека Сироджидинова в весовой категории 55 килограммов. Первое место у рядового Мурзуаира Музафарова в весе до 60 килограммов. В весовой категории 65 килограммов. Второе место занял рядовой Мамадалиев Тимур Малик в весе до 70 килограммов. Первое место у рядового Хуснедина Рузиева до 80 килограммов. И тоже первое место у младшего сержанта Алхабеке Кады у веса до 90 килограммов. Безоговорочная победа у сержанта Ширали Мухаммадаминова. И немного тяжелее было взять золото. Он оказался на третьем месте. Тяжеловес, военнослужащий из Узбекистана Ихтиор Халмуратов, выступивший в весовой свыше 90 килограммов. Соперники были сильные, соревнования сложные, но мы смогли поднять флаг нашей страны. Мой личный результат – первое место. Перед нами была цель, что мы победим. Мы доказали это в спортивном бою. В финале армейского рукопашного боя я сразился со своим соперником из Казахстана. Я занял первое место в категории 70 килограммов. Итоговый результат – второе место у сборной Узбекистана в общекомандном зачете после российской сборной, оставив позади команды из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении.